Полицейские ищут двух извращенцев, на которых пожаловались жители Златоуста. Мужчины прятались в кустах и удовлетворяли сами себя, подглядывая за детьми. Эти кадры сделали очевидцы. По предварительным данным, этот парень со спущенными штанами прятался в кустах на улице Карла Маркса. Другого хулигана заметили на первой Нижнезаводской улице. Извращенцев увидели дети. Чем занимались взрослые дяди, они рассказали родителям. Те обратились в полицию. Начата проверка, извращенцев ищут.